пожаре на улице Некрасовской погибли 2 человека. Еще 2 получили ранения. Возгорание в многоквартирном доме произошло 11 января 2023 года. Виновный уже установлен. В конце января крупный пожар произошел на улице Садовой, где сгорели 2 частных дома. Причиной стало короткое замыкание. Власти Самарского района областного центра оценивают обстановку как серьезную. Это настораживает. Мы всячески проводим работу и с населением, и с управляющими компаниями о профилактике. Разговариваем с жителями о том, что как правильно обращаться и с газовым оборудованием, и со всем тем, что может нанести вред не только им, как жителям, но и, соответственно, их соседям. Вот, поэтому занимаемся профилактикой. Чтобы исправить ситуацию, в районной администрации провели еженедельное оперативное совещание при участии сотрудников МЧС. Офицеры напомнили представителям управляющих компаний и управляющим микрорайонами о профилактических мерах. Работу необходимо начать в кратчайшие сроки. Организовать и провести обходы мест проживания неблагополучных семей, лиц, находящихся на патронажном учете и наиболее уязвимых социальных групп населения, а также оказание им помощи в приведении печного отопления и электрооборудования в пожаробезопасное состояние. Сотрудники МЧС порекомендовали совместно с представителями организаций, которые обслуживают газовое оборудование, провести профилактические рейды по квартирам граждан. Особое внимание следует уделить одиноким людям и социально неблагополучным семьям. Управляющим организациям предстоит проверить подвальные и чердачные помещения многоквартирных домов на предмет наличия там пожароопасного мусора. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.